29 ноября в областном доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная итогам года и ближайшим планам Омского областного студенческого отряда. В трудовом семестре приняли участие 3818 бойцов, а мечи работали почти в 40 регионах и вновь были в числе лучших в стране. А в конце октября в нашей области прошел всероссийский слет студотрядов-проводников. Мы взаимодействуем уже много лет, и, наверное, это взаимодействие реализуется такими плодами, как проведение больших серьезных слетов, да, как в этом году. Слет наших студенческих отрядов проводников всероссийского уровня, который поддержал наш губернатор Александр Леонидович Гурьков и активно, так скажем, посодействовал тому, чтобы он прошел в таком именно позитивном ключе. Ладно, на очень хорошей площадке нашей Омской филармонии, что, наверное, подбодрило всех нас и особенно показало людям других территорий, что мы как мы и в каком уровне относимся к поставленным задачам в развитии именно вот студотрядовского движения. Самые высокие оценки омичи получили за работу в важных всероссийских проектах, таких как БАМ 2.0. В результате было принято решение, что работа этого направления, так же как и деятельность проводников, будет курироваться из Омска. Оттуда будут приниматься решения, то есть на точки будут также в Иркутске и в Хабаровске. Те ребята, которые войдут в управленческую структуру, которая будет заниматься развитием проекта БАМ 2.0. А на следующий год порядка от 200 до 2500, то есть сейчас до конца утрясается численный состав со стороны подрядчиков. Что такое для нас? Да, для нас действительно вызов, когда сегодня для экономики страны расшивка восточного полигона, восточных ворот просто критично важна для экспорта и импорта, потому что это ворота, через которые сегодня жизнедеятельность страны осуществляется. При этом, если мы посмотрим прошедший год, то 90% это были студенты профильных железнодорожных учебных заведений, то на следующий год БАМ открывает ворот всем желающим студентам, и это будет такая поистине вновь всероссийская стройка. Намечены новые направления в развитии областного студотрядовского движения. Цели намечены по развитию, векторы тоже уже расставлены. Многие задачи мы начали выполнять уже с начала сентября. И самая наша главная цель – это же, конечно, увеличение численности, так как спрос на труд возрастает с каждым годом все больше и больше в нынешних реалиях. Соответственно, с сентября месяца мы активно начали нашу презентационную деятельность, рассказываем о студенческих отрядах, взаимодействуем со всеми образовательными организациями на территории города Омска. И также планируем в этом году по максимуму охватить именно Омскую область. В прошлом году у нас был опыт взаимодействия с Аргатским колледжем, Большереченским и с городом Тары. Соответственно, этих ребят мы смогли привлечь в летнее время на работу на омских именно объектах. И также с города Тары у нас ребята работали проводниками. Также продолжится образовательная работа. Студенты смогут получить востребованные специальности. В планах регионального отделения РСО увеличить число омских студотрядовцев до 4200 человек.